Центральные улицы города в этом году будут обрабатываться увлажненным реагентом без использования песка. В этих работах будут заняты 5 автомобилей КАМАЗ. Это новые машины. Их можно переоборудовать. Летом они используются как поливомоечные для уборки улиц, зимой для использования реагентом. Всего на балансе предприятия 139 единиц техники, которая будет работать в зимний период в Рязани. До 18 градусов песок можно не использовать. Будет использоваться обычная поваренная соль с увлажняющим реагентом. При поддержке правительства в начале этого года была приобретена данная техника. Мы ее уже в первый период зимы этого года в конце опробовали. Реагент подготовили, запасы есть реагента. Что же касается песко-соляной смеси, то она по-прежнему будет применяться в спальных районах города. Дирекции заготовлено порядка 102 тонн песко-соляной смеси и около 14,5 тысяч кубометров реагента. Готовы к работе и сотрудники дирекции по благоустройству города. Уборку снега будут осуществлять около 160 человек. В распоряжении дирекции благоустройства города находится 62 человека уборщиков территории, которые будут убирать как парки, скверы, тротуары, так и остановки общественного транспорта. И 98 человек – работники зеленого хозяйства, которые тоже также будут оказывать содействие в уборке снега. Вывозить собранный снег планируется на площадке временного хранения в районе поселка Хамбушево и на улице Петрозаводской. В этом году была достигнута договоренность с одним из застройщиков, благодаря чему будет организована дополнительная площадка для складирования снега в Кальном. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».